металлическое стело непонятного назначения и происхождения появилось посреди поля на юго-востоке Турции. Ранее сообщения о похожих монолитах поступали из США, Румынии и Великобритании. Известный уфолог Скотт Уоринг на страницах своего блога сообщает о появлении очередного монолита. На этот раз загадочный объект был обнаружен в Турции на территории древнего 12-тысячелетнего археологического объекта, где ранее находился храм. Исследователя более всего удивило присутствие турецких военных, которые с автоматами в руках поставлены для охраны загадочного монолита. Уоринг считает, что если бы это был обычный арт-объект, то правительство Турции навряд ли направило военных охранять данное место. Только лишь одна причина может быть для этого: если обнаруженный артефакт каким-то образом связан с представителями внеземных цивилизаций, предположил уфолог. То есть объект может представлять некую угрозу национальной безопасности страны, и пока объект не изучат эксперты, военные продолжат его охранять.